Александр Педан в гостях у Вадима. Александр Педан, член убежал команды за мячом где-то. Матчу. Александру, Алехандро. Матч миру, в якому він буде приймати участь обов'язково. Саша, привіт, доброго ранку. Ні, що, ні, є лопата. Добрий ранок. Привіт. Пожми лопату. Не здоровишся, як чоловік. Як це не здоровуюся, якщо він з тобою? Як з дівчинкою. А, Боже, мені здається, чоловіки мають вітатися з дівчатами поцілуєм. Поцілунком. А, привіт. По-перше, тобі скажу, я смотрел сюжет твой. Моя реакція така. Все хорошо, по Майдану вони завжди їздили і будуть їздити. Но доедуть ли вони до Майдану, коли зимою стане все вокруг? Ох! Вот это вопрос. Либо надо переместить все там скорые, какие там у нас пожарные, все вокруг Майдана повыстраивать аккуратненько, чтобы сразу по свистку они выехали, помогли. Но они же не доедут. Проблема в Майдане не в том, что там по нему тяжело проехать. Сейчас как раз идеально. Три палатки никому не мешают. Но когда начнется зимой минимальный снег, дождь, слякоть, ветер. В нашей стране любой микрокатаклизм – это уже катастрофа. Они не доедут. Вот и все, просто не смогут подъехать. А как тебе лопата, а? Вообще, это же питание, знаешь, мне кажется, до мэра міста, который просто має вирішити все это питание организационно, для того, чтобы все-таки было безопасно. А давайте мы все-таки поговорим правильно, о футболе. Теперь к футболу. Давайте поговорим о футболе, да, потому что Саша пришел рассказывать о нем, несмотря на то, что пришел с лопатой. Да, Саша, кому пришла идея? Вообще, давай назови, пожалуйста, скажи, кто сейчас входит в ФК «Маэстро»? Потому что, как бы, составы, я так понимаю, меняются или они постоянные? Да нет, ты знаешь, последних там полтора-два года уже приблизительно одинаковый состав. Капитан Фози. Последние трансферы какие? Да, последние трансферы, ли, да. Кто выжил? Купили бы кого-то. Не, единственное, что кого мы потеряли, Влада Яму. Но потеряли по травме, потому что мы играли, когда у нас был такой мини-турнир по городам Украины. Играли на асфальте, и у Влада... Чача. Что? Чача. Ну, я не... Влад танцевал Чачу, назовем это так. Нет, на самом деле, Влад очень клево играл. Вот, и он порвал ахилл. Ой-ой-ой. Вот, и это очень серьезно. Он долго восстанавливался и, ну, пока не ходит до сих пор на тренировки. А так все хорошо. У нас почестный президент Виктор Павлик. О! Серьезно? Ну, конечно. У нас разные поколения играют. Все серьезно. Не, ну, я не могу говорить о себе, ты понимаешь? На самом деле, очень много. У вас не капитан команды, а президент команды. Нет, есть президент команды. Капитан команды – это Фози. Так. Там левый защитник или полузащитник Положинский Саша Тартак, так. Потому что он левша. Справа у нас есть там Вадим Олейник, Диафильмы, так. Коля Вабанк. У нас кто еще там? И шансы... А Саша Педан на какой позиции играет? Нападающий. Скромно так. Слушай, ну вы играете, я знаю, 5 років. Так? Вы играли там из мэрами міст, из різними зірковими командами и інших країн. Да, но сейчас немножечко другая ситуация. Сейчас там речь не идет о коммерции. Сейчас речь идет о... Это все... Ну, ФК «Маэстро» собирается поехать в тур «За мир та єдність». Вот. Мы тоже хотим поддержать города Украины. Причем там пока мы собирались, и ну, там, артистам достаточно тяжело собраться, тем более привязать футбол, артистов и так далее. Это достаточно долго, нас много, и у каждого свои проблемы. Благо, футболисты, ветераны «Динамо Киев» уже сделали такую инициативу. Они объехали 9 городов Украины, тоже с поддержкой, футбольные матчи. Вот, и ну, логично, что 10-й как бы, юбилейный матч будет в Киеве. Ну и нам повезло, что... У нас сошлись интересы, да, мы стартуем свой тур, они как бы ставят логическую точку, это все будет вот действительно 2 июля на стадионе «Оболонь-Арена». Сколько денег, Саш, планируется собрать и на что конкретно они будут потрачены? Потому что все говорят, мы собираем, куда? Я расскажу, как это все было. История с деньгами возникла абсолютно, ну, как бы случайно. На самом деле артисты, там, футболисты и так далее, мы можем чем? Мы можем там больше словом, мы можем каким-то действием, можем поддержать, поговорить и так далее. В данном случае ногой, да. Помечу. Да, когда я пришел на громадские телебачення, мы пообщались с Данилом Яневским, и он говорит, о, я лично приду, возьму с собой банку, можно поставлю банку, кастрюлю большую, собирать деньги, ну, чтобы помочь нашей армии. Я говорю, так, слушайте, ну, это получается совсем другая инициатива, и только здорово, потому что мы, если еще и таким образом сможем помочь, если люди, которые придут на этот футбольный матч, еще немножечко, там, просто каких-то минимальных даже денег дадут, это будет приятно, ну, не только финансово нашей армии, да, но и они еще будут знать, что целый стадион людей собрался еще им в поддержку. Да? Вот, поэтому так и получилось. А что до легендарных звезд «Динамо Киев», и там же будут еще звезды Кого собрать? Ну, там 70-е, 80-е, 90-е. Слушай, там ну, фамилии, которые тебе будут называть, там, Бессонов.
Леоненко, Демьяненко, Красовский, Хлус. Что? Не страшно с такими людьми граты? Мы уже один раз играли с ними. У нас был поединок на Олимпийском. Вот, мы сыграли 1-1. Я еле-еле забил. Я думал, ну, то есть, знаешь, когда говорят, да, там, с одной стороны, есть две позиции. Одни говорят, дедушки выйдут, что там их обогнать, а с другой стороны, люди, до которые понимают, что как бы там ни было, они настолько, они такие профессионалы мяча, люди, которые, ну, там, вот ты берешь рукой там, яблоко, да, и тебе комфортно его взять, подбросить и так далее. Представь себе, что они ногой могут делать то же самое с мячом. Для них это как, ну, там, держать вилку или ложку в руках. Слушай, на вопрос, а футболисты с мировым именем, я сейчас говорю о звездах 90-х, там, к примеру, Ребров, Шевченко, привлекли к участию или они... Мы общаемся сейчас с Ребровым, ну, понимаешь, да, у него чуть другая занятость. Понимаю. У нас есть еще один козырь, мы, может быть, если получится, кого-то из этих ребят мы возьмем себе в сборную, даже потому так? что нам нужна тоже физическая помощь, потому что реально, но они профики, они, и там люди, которые, там, Соленко, ты знаешь, да, что он забил на чемпионате мира 5 голов в одном матче, ну, это рекорд и так далее, то есть... Что вы будете делать? Они приехали, чтобы вас до такого матча, мне кажется, треба готуватись кожен день. Ви як готуєтесь? Два рази в неділю. Два рази в неділю? Да. Я розкажу вам історію про Ребро. Часто ви здорові. Ти знаєш, у нас перед тим, як Ребров став тренером, так. На самом деле, приїхав к нам, ми грали у нас два рази в неділю на Конча-Заспі. Спасибо Динамо Киев клубу за то, що приймає бідних артистів. Прогиб засчитан. Ми граємо в футбол, хто хоче, той приходить. Ну, да, хто хоче, той приходить к нам на тренировки. Приехал Ребров, Сережа, мы с ним действительно в отличных отношениях, там неоднократно играли. На велосипедике, скромненько, приехал, поставил, поиграл с нами. Причем вы не представляете, как играют эти люди. Ну, когда он принимает мяч на грудь из разворота, там внешне, вот сухим листом, так называемый удар, отправляет мяч на 40 метров пас по диагонали, и он приземляется в ноги, и никто просто не ожидает, что такое вообще возможно. То есть, ну, там техника на таком уровне. И тут я говорю ему, что приходи? Он говорит, ну, я что, я здесь живу вообще-то, работаю, это вы что приходили? Сел на велосипедик и уехал, и вечером стал тренером сборной Украины. Ну, и он на тот момент. Ну, ничего себе. Ну, будем поддерживать этот матч миру. Еще раз, куда, когда, во сколько? 2 июля, так. 18:30 нельзя, опоздают все равно люди. На 18:00 стадион Оболонь-Арена. Матч називається «Матч міра». Да, обов'язково треба, до речі, всім фанатам прийти і хочеться підтримати, правда? Да, тому що після того, як Света сказала «В країні криза!» Це найкраще произношення «В країні криза!» Нехай вона буде з посмішкою. Все, пока. Позитивом треба відносити. Пока. Так, не пока. Ні, не пока. Ти ще оставайся з нами, тому що у нас зараз починається ретроспектива щасливих 15 лет. Счастливых 15 лет у нас конкурс. Сейчас у каждого из наших зрителей есть уникальная возможность выиграть подарок, поэтому прямо сейчас звоните в студию 501-99-01, собирайте всю память, все сознание в свою коробочку и отвечайте на простой вопрос, получайте подарок от Саши Педана, его лопату. Абсолютно питання. 15 років підйому. Саша, як резидент, можна сказати, підйому, провів 3 роки тут, от в цих стінах, на цих диванах. Скажи, поділись враженнями за цих 3 роки. Що було складного? З чим ти стикався от в роботі? Сначала я очень сильно тупил. Вот я тебе признаю. Сначала у меня было несколько проблем. Перша, это я не мог прокинутися вчасно и взагалі завантажити свой мозг. Друга, я не встигав за притулою фрейму, які дуже швидко тарабанили українською мовою, а я на той момент нею так настільки не володів, щоб зрозуміти, подумати, придумати і перекласти. Поки я це все перекладав, притул робив так, ну ні, то ні, і йшов далі. А у нас є телефонний дзвінок, секундочку, доброе утро. Добрий ранок. Доброе утро ще. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, вы из какого города? Из Киева. Из Киева, прекрасно. Дмитрий, вы, наверное, помните вот этого человека, который сидит чуть левее от Светы и балуется обезьянкой? Отлично, тогда вам легко будет и ответить на вопрос, который касается легендарной тройки ведущих Педана, Притула и Фреймут. Значит, вопрос следующего характера. Когда-то давно... Легендарных? Да, когда-то давно Сергей Дмитриевич и Александр Сергеевич, проще, переоделись в некие образы, граничащие с уровнем понимания цензуры, назовем это так. Переоделись они в женщин, в общем. И что-то случилось у Притулы с волосами. Вопрос, что случилось с волосами Сергея?
Александр, помните ли вы, кстати, этот вопрос? Итак, варианты ответов, будьте внимательны. У него А. Украли волосы. Вариант второй. Они начали стареть. И вариант третий. Они это, педам притворим фрейм, вот начали стареть. Они посеклись волосы. Как вы считаете? Алло, вы знали вообще? Да. Вас тоже шокировала такая информация, да? А есть? Ну, возможно, третий вариант. Посеклись? Вы думаете, посеклись? Давайте увидим правильный ответ. Давайте проверим, давайте подивимось, как это было. Саш, ты помнишь? Мне кажется, что у меня посеклось волосы. Мне кажется, тоже. Ты понял, да, почему я попросил тебя остаться? Ми вас вітаємо, ви отримуєте такі ранкові подарунки від підйому, такі класні рушники, буде завжди нагадувати вам і приносити щастя, радість, позитив, головне, і бадьорість кожного ранку, і такі ранкові чашки підйом. Вітаємо вас! Покажіть ще раз. Давайте ще раз покажемо цей ролик, а потім ми йдемо на паузу, вернемося в студію. Ні, просто на позитив йдемо. Як це було? Можна, так? Чесно. Мені кажеться, що в мене посіклося волосся. Мені кажеться, теж.